Всем привет! Сегодня займемся обновлением Linux Mint XFCE X-Face с версии 17.2 до версии 17.3. Ну вот посмотрим, что показывает стандартный, значит, менеджер обновлений. Ну, я всегда выставляю только два уровня. И обновление делаю раз в месяц достаточно. Так. Значит, ну я ищу, нет ли предложений об обновлении. Ну вот есть только обновление ядра. Что он тут нам предложит? У нас текущее ядро 16.0. А в принципе, можно даже обновиться даже до вот такой вот версии. Нажимаете, ну ладно. Значит, что мы сделаем? Сейчас я открою команду, и мы начнем обновлять систему. Итак, все готово к обновлению. Берем первую команду, вставляем, нажимаем Enter, вводим имя пользователя User. У вас может быть другое имя пользователя. А здесь я поставлю 15.11.40. Так. 15.11.40. Вот таким вот образом. Заводим вторую команду. Отвечаем yes. Вот здесь я на все вопросы начинаю, значит, отвечать yes. Они тут намудрили и написали, вот, установить версию, предлагаемую сопровождающим пакета. Просто, скажем так, корявый перевод. На самом деле, я бы просто сказал, установить новую версию. Тогда бы людям было понятно, и все было бы... А так, ну, вариант нет, значит, оставить установленную на данный момент версию, ну и так далее. Поэтому везде я отвечаю yes. То же самое, yes. То же самое, yes. Ну вот здесь, в конце концов, значит, доступна новая версия файла настройки групп. Но версия была изменена локальная. Предлагает или установить версию из пакета, или сохранить установленную локальную версию. То есть это загрузка меню. Я оставляю, у меня она вполне пока устраивает, если что, я сам все поменяю. А что я сделаю? Просто я здесь вот нажму ОК. Ну, теперь заведем команду, которая, значит, поменяет название дистрибутивов, вернее, репозиториев с Рафаэл и на Роза. И вот еще одна командочка. Они очень короткие. Даже потребовала пароль. Да пожалуйста.
поэтому мне она не хочет. Да нет, я все правильно вроде бы завожу. User. Ну, заведем на всякий случай еще разочек. И заведем вот эту команду. Ну а теперь пошла долгая дорога в дюнах. Апдейт. Теперь заводим еще одну команду. Enter. Нажмем Yes. Если вы в русской раскладке клавиатуры нажмете букву D. Как будет этот апгрейд работать на других языках, кроме русского и английского, я не знаю. Поэтому тут вы уже, говорится, рискуете сами. Вот как все это дело на русском языке, я показываю. Ну, на английском, само собой, по умолчанию все нормально будет. Так, ну и заведем последнюю команду. Нажмем Yes. Enter. Итак, обновление закончено. Предлагается сделать reboot. Ну, посмотрим. 15.11 начали, 39 отнять 11, получается где-то 28 минут. Ну, для полного обновления системы, которую производить там раз в полгода, в принципе, терпимо. Значит, я сейчас перезагружусь, и после перезагрузки посмотрим, что у нас изменилось. Вот последний раз, смотрите, 17.2, Рафаэла, ядрышко 3.16. Ну вот я перезагрузился, посмотрите. Значит, обновились две версии 17.3, и ядрышко стало 3.19.0.32. Здесь, значит, вот я всем объясняю. Предлагает переключиться на локальное зеркало. Да. Заводим пароль. Вот и вся новинка, как говорится, третьей версии. Вот здесь по умолчанию стоит американское зеркало. Но вот здесь она начала показывать скорость скачивания самых различных зеркал. Вот у меня получается, что французы даже на 100 мегабайт опережают англичан. И вот тут в порядке, так сказать, убывания. Самые медленные зеркала, ну а здесь вот самые быстрые. Вот. Ну ладно, я поставлю все-таки Англию, поскольку я в Англии. Обновим кэшик. Вот появилось сообщение, что что-то там у них не совпадает с архивом Ubuntu. Trusty Updates. Trusty Updates. Хэш-сумма что-то у них там не совпадает. Некоторые файлы так. Ну, пишут, что были проигнорированы. Ладно. Закроем. Посмотрим. Проверим обновление вначале.
пишет, что другое приложение использует APT. Вот это совсем интересно. Закроем еще разочек. Скажем так, фраза мне не совсем понятная. Какое еще предложение у меня может это дело использовать? Закроем. Ладно. В данном случае, во-первых, я что хочу сделать? Всегда у нас был напряг с программкой Casper. Вот ее-то мы и проверим. Наберем user. Наберем здесь Casper. Ну и то же самое получилось и здесь. Значит, отмечаем для полного удаления. И применить. Потому что если не работает, так не работает. Я, по-моему, скачивал файлик Casper. Сейчас проверю в загрузках. Нет, да? Ничего страшного. Сейчас скачаем этот файлик. Перейдем вот на мою закладочку сюда. И здесь у меня, значит, есть моя кладовочка на Меге. Вот она. И с этой кладовочки, из программ для Linux, вот этот файлик для 64-битных версий мы и скачаем. Для 32-битных он вот здесь. Скачивается он довольно-таки быстро. Сохраняем. Смотрим, значит, здесь. Тут все удалилось. Закрываем пока синаптик. И запускаем Casper. Вот пишет, что более новая версия, значит, есть для Casper. А мы с этим не соглашаемся. Оставим именно ту, которая нам нужна. Рабочую. Сейчас он ее поставит. Вот смотрите, сразу вылетела программа SystemBug. Придется ее переустанавливать. Значит, переустановить можно или из того же синаптика, или из менеджера программ. Значит, давайте поставим из синаптика, какая разница. User. Во-первых, проверим, как наш Casper переустановился. Вот видите, все нормально, не хватает только лупина. Отметим лупина для установки. Применим. Скачивается и ставится он довольно-таки быстро. Как полагается. Теперь здесь заведем SystemBug. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется по SystemBug. Локалки, расписание, все поставлено, кроме самой программы, которая слетела. Вот мы ее для установки и установим. Применить. Пусть она его поставит по-нормальному. Вот значок его уже и появился. Запускаем, заводим user.
Вот я уже вижу, что меню на русском языке. Значит, при создании из образов будут кракозябры. Поэтому я иду в настройки, выставляю язык английский обычный. Тут, значит, в исключениях я добавлю. Сейчас посмотрим. Ну, еще эти поубираю, да и все. Так. И вот теперь я не буду создавать живой образ в русском меню, а я закрою программу. То есть перестартую, грубо говоря. И вот когда менюшечка на английском языке, я иду сюда. И мы сейчас с вами создадим живой образ системы. Вот практически и все. Затем проверим его на виртуальной коробочке. Итак, создание образа закончилось. Ну, образ занимает 2,5 гигабайта, тут много чего поставлено. Ну, наша задача что? Проверить. Ну, вот видно, что менюшка идет на английском языке. Нажмем Enter. Система загрузилась. А если система загрузилась, мне дальше уже и смысла нет показывать. Почему? Потому что все работает. Задача в данном случае была просто проверить, корректно ли программа SystemBug создает образы необходимые. Ну и теперь, значит, частенько, значит, бывает затык вот здесь. Давайте посмотрим, запустится или нет. Супер групп менеджера. Великолепный настройщик загрузки. Но вот в официальной сборке Cinnamon'а он ни в какую не захотел ставиться. Ну, проблему я обошел. Посмотрим на эмуляторе, как все это дело выглядит. Очень много чего, но надо идти и настраивать меню загрузки, что мы и сделаем. Ну вот так будет выглядеть меню загрузки в окончательном варианте. Единственное, что я поменяю тему, нажму я F2 и поменяю я ее. Ну-ка, что там у нас за прото? Ну, можно и на прото поменять. Симпатичненькая менюшка. Значит, применим изменения. Закроем. Вот практически основные моменты по сборке у нас, как говорится, и по ее настройке, значит, сделаны. Я тут немножечко еще поднастрою кое-что, а затем постараюсь закинуть сборку на Мегу, только на Мегу, потому что у меня там места хватит. На Google Chrome, в принципе, тоже места есть, а вот на Яндексе у меня уже места не осталось. Поэтому, скорее всего, сборочка, значит, X-Face, значит, с 19-м ядрышком. У кого-то там не получалось, можете скачать ее, настраивать с Меги. Скорее всего, будет на Google Chrome. Значит, если вы посчитаете, что, вот, допустим, вам эта вот панелька не нужна, у вас есть менеджер программ, значит, или пакетов Synaptic, или менеджер программ, идете туда, набираете KyraDoc и убираете ее. Вот и все. То есть моя сборка, она как бы основа. То есть она хорошо русифицирована, нормально грузится, там обновления, все необходимые программы поставлены.
Если посчитаете, какие-то вам не нужны, просто-напросто убирайте их, да и все. Какие вам нужны, ставьте их из пакетов, тоже нет проблем. Просто у вас, как говорится, возни будет меньше. Вот. Так что я желаю вам всяческих успехов и удачи. Вот. Дерзайте. X-Face очень хорошо работает на слабеньких и стареньких компьютерах, там, на лаптопах, ноутбуках. Вот. Успехов всем!